Эхе, ребятишки, на связи снова Мерлина. И это наш долгожданный Аск. Кто не знал, Аск — это штука по типу вопрос-ответ, а ладно, ближе к телу, блин. Что ж, перейдем к первому вопросу. Кто все эти люди? Эти людишки, друг мой, мои персонажи. И логично. А именно, я, Сьюзан, синий персонаж Роберта и Кота. Ты играл в Данганронпу? Нет, в саму Ронпу не играл, но я много слышала о ней и даже смотрела аниме. Ты купишь мне шоколадку? Нет. Чего за синий чел? Почему он не голубой хотя бы? А, ты про синего персонажа? Синий персонаж синий, потому что у меня синий свитер. Синий твой персонаж можно считать как такой ожившей куклы-чревовещателя. Если не знаете, что это, загуглите. А, Мерлина, любишь какие-то музыкальные инструменты? Гитара. 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 Думаешь, сможешь добить на канале 1000 сабов? Думаю, сможешь. А то смогу. Ну, знаете, не без вашей помощи, верно? Это не, это не намеки, просто, ну, можете там подписаться, что ли. Ты выйдешь за меня? Да. Дай шоколад. Ох, прости, я берегу шоколад для чары. Когда One Piece досмотришь? Когда кальмар на горе свистнет? Роберт, сколько тебе лет и есть ли у тебя вторая половинка? А, ну, мне, наверное, 17, а второй половинки нет. А вот на этот вопрос я отвечать не буду. Я спою. Все решено. Мама, я гей. Папа, я гей. Можете просто промолчать. Так, ну что, ты меня там на все вопросы ответила? Это что такое? Блин, ну я же просил не задавать вопросы после 9 декабря. Ну, ладно, если я это уже заметил, то можно ответить. Стоп. Чё за знакомая аватарка? Что? Нет, 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 нет!